На Бузика 10. Приехала бригада номер 27. Вот. И женщина отказывается называть свою фамилию, главный врач. Ну, они пытаются обслужить, но они нас... они послали вон сначала нас, а потом сказали, что... что мы его домой сами не отвезли. Ну, я не знаю, у него болит сердце, а он к нам обратился, прохожий. Хорошо. Давайте. Второй раз подключаю. Добрый вечер. Патрульная полиция вас беспокоит. Смотрите, в чем дело. Стоим мы на адресе Бузника 10. Вызвались, к нам обратился прохожий, у него болит сердце. Вызвали мы скорую помощь. Приехала бригада номер 27. Вот. Спрашиваем мы у врача фамилию, она отказывается нам ее говорить. Во-первых. Во-вторых, посылает вон работника патрульной полиции. И в-третьих, она как бы говорит, что зачем мы вызвали ему помощь ни к чему. И так далее. Как мы им. Человек обратился, у него болит сердце. Доктор? Я жалуюсь на доктора, то что она не представляется, она, во-первых. Во-вторых, посылает вон. Ведет себя неадекватно. Фамилию свою отказывается называть. Нам нужно писать отчет сразу. Не 27-я бригада, да. Вот уехала.